Терамобил. Нефтекамск. Янаульская, 1А. Телефон 236-88. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием стало возможным благодаря реализации программы развития футбола в Российской Федерации на 2008-2015 годы. Из федерального бюджета выделили около 8,5 миллионов рублей. Общая стоимость поля составила 17,5 миллионов. Наш город взял на себя обязательства по благоустройству основания. На укладку самого покрытия, которое представляет из себя искусственную траву, уйдет примерно 2 недели. Этим занимается специальная компания. Объект будет принимать спорткомитет. Ведь именно воспитанники футбольной секции спортшколы при комитете и станут здесь полноправными хозяевами. Воспитанники детственной спортивной школы будут здесь заниматься на безвозмездной основе. В случае появления свободного времени для предприятий, организаций, все желающие получат возможность доступа, но оплачивая какую-то небольшую арендную плату. Это связано с тем, что данное футбольное поле все-таки оно требует определенного ухода, хоть оно искусственное, его нужно рыхлить, грабить, там, чистить и так далее. Уже с нового учебного года можно будет говорить о наборе дополнительных групп мальчишек, желающих стать футболистами. И о возрождении в Нефтекамске женского футбола, о чем до сих пор тренеры лишь мечтали. Ведь сейчас все спортсмены и легкоатлеты, и футболисты делят один стадион на всех. Лилия Гарифуллина, Дмитрий Кузнецов. Время новостей.